За последние годы ситуация с употреблением и незаконным оборотом наркотических веществ в крае стабилизировалась, но назвать ее удовлетворительной пока нельзя, отметили участники. В прошлом году на Кубани было выявлено 8263 случая незаконного оборота наркотиков. Снизилось число молодых наркоманов, уменьшилось и количество рецидивов среди тех, кто прошел лечение. Помогло в этой ситуации грамотное взаимодействие всех служб. Обсудили и важность формирования отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю и табакокурению среди детей и подростков. Сегодня мы должны оперативно реагировать на меняющуюся тенденцию вовлечения в наркопотребление. Не снижая темпов профилактической работы в школе, необходимо переориентироваться на учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, проводить антинаркотическую работу и в трудовых коллективах. В крае созданы все условия для лечения и реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков людей. Страдающим этими заболеваниями помогут бесплатно. Но проблема в том, что зависимые часто сами не хотят обращаться к врачам, хотя после лечения им помогут и социализироваться. Для желающих вернуться в общество работает специальная программа. С ее помощью можно не только вылечиться, но получить после этого хорошую работу. На предприятиях края для этого предусмотрены специальные квоты.